Здравствуйте, мои дорогие! Вы на канале Акварелька. Зовут меня Наталья. Мы сегодня в Чижике. В Чижике можно купить вот такую машинку швейную за 799 рублей. Я уже их в своих обзорах показывала. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Вот такой ящик. Очень такой прочный пластик. 129 рублей. Также можно купить подушку массажную. Для дома и автомобиля подходит. 999 рублей. Дышащий материал. В общем, все дела такие интересные. Увлажнитель воздуха 1399. Сейчас воздух в квартирах и в домах очень такой сухой. И увлажнитель, конечно же, не помешает. Также светильники Эра по 299 рублей. Здесь полный спектр, но свет белый. Для любителей выращивать рассаду, заниматься садом, огородом. То есть вот такая вот есть лампа. Кстати, она здесь дешевле, чем в фикс-прайсе. В фикс-прайсе она стоит 340 рублей. Вот такой таз 169 с пупырками там внутри. Что, наверное, тоже удобно. Так, ну вот интересно еще гарньер. Это что вот такое? Вот мыло, крем. Ну, носочки вот такие веселенькие. Смотрите, по 89 рублей. Цвета разные. Здесь вот краешек очень такой интересный, красивый. Так, такие вот трусики кружевные. По 199 рублей. Но с размерами не знаю, как угадать. Вот трусы мужские по 399 рублей. Тапочки по 399. Ну, такие выглядят интересно, модно. Вот можно подарить на 23 февраля. Только довольны ли будут такому подарку? Такие носочки по 129. Здесь три сразу пары. Так, и вот такие халатики махровые. 899 рублей. Так, ну тут вот на скидке есть брюки, джемпера. Такие вот брючки. Так, ну они вот на мягкой резинке такие спортивные, как спортивные лосины. Вот, вот так вот будут выглядеть. Так, а это кальсоны. 299 рублей. Я думала, лосины. Так, ну вот тут вот есть еще полусапожки 799. Вот такие трусики по 139 на скидке уже. Ну, вот так вот выглядит. Колготки по 69. Так, пятерка даже размер. Такие капроновые водолазки по 399 рублей. Да, и вот смотрите, тут игрушки интересные такие. Мега большие рыбины. Ничего себе! Вот это вот селедка, но это не селедка. Так, это какие-то лососевые. Да, вот это вот рыбки. 499 рублей. Форель огромная. А вот еще есть котик. Вот такой вот тоже длинный. На кровать положить, да? Вот котик очень такой миленький. Что-то наподобие были в ленте, да? Вот такие вот котики. Они по 599 рублей. Ну, длинный кот-то. Да, ну вот рыбина мне тоже понравилась. Интересная. Такие куколки по 169 рублей. Машинки. Подушки сердца по 399. Ну, они вот такие вот пушистенькие. Вот сколько цветов. Да, и вот смотрите, какой медведь мягкий. По 299 уже с таким сердцем. Да, похоже на Тедди Мишку, да? Только он здесь без одежды. Но цвета такие красивые. Так, ну здесь вот разные книжечки есть. Блокнотики. Ой, слушайте, какой красивый блокнотик внутри. То есть вот клетка, она такая не настоящая клетка, а как бы такая вот точками. И есть отделы разные. 99 рублей такой блокнотик. Такие вот книги есть. Ревизор. Они вообще учебные по 99 рублей. Даже
уценили уже их. Вафельница 799, на нее как-то была оценка, но она была другой конфигурации. Колонка, есть даже вот такой вот миксер. Я не знаю, написано Chopper Galaxy. Вот такой вот миксер по 899 рублей. Ой, вот это вот интересная сушилка, и она на уценке 499 рублей. Кстати, да, деревянная, удобная, 33 на 46 и 26, такие размеры, двухуровневые, то есть вот тарелочки кладутся выше, чашечки внизу. В общем, кто брал такую сушилку, пишите, понравилось вам или нет. Так, вот такие вот коробки, органайзеры по 249, здесь несколько штучек сразу. Вот нашла такой гаджет интересный. Ветчиница. 499 рублей. Удобно. Просто приготовить ветчину. 1,5 килограмма. То есть вот здесь вот написано, как пользоваться, инструкция. То есть вот такая вот штучка интересная. Как она работает, я не знаю. Пишите, кто брал. Такое чудо техники. Так, ну вот такие еще книжки с мягкой обложки по 149 рублей. Не знаю, они вроде были. Вот такие мягкие подушки с котятами. Кстати, есть с собачкой. Вот такие вот по 249, 29 на 29 сантиметров. Наборы вот для творчества. Картины по номерам. Почувствую себя художником. Здесь холст, краски, все в наборе. Так, и можно выбрать рисунок. Здесь вот, допустим, с корабликом. 399 рублей стоит. Так, интересно, тут вот есть с павлином, цветы, Париж, Эйфелева башня. Ну, выбрать можно что-то для себя интересное. Да, вот из посуды есть салатники по 149 рублей. Вот такие вот они с надписью. Ну, интересные. 640 миллилитров. И также кружки можно купить. Такого же качества. Большие, фактурные. Тоже с надписью идут. И объем у них 530 миллилитров. 149 рублей все. Так, ну и вот нашла здесь интересные разные держатели. Смотрите, вот все в одном стиле. Здесь дерево, бамбук, пластик. Вот такой вот держатель, довольно-таки большой он. Подойдет для того, чтобы повесить полотенце в ванной комнате. 5 сантиметров. В общем, длина 68, 6,5 сантиметров, 399 рублей. Так, ёршик по 399 рублей. Вот такой вот. Тоже смотрится стильно. Полочка 399. Вот такая вот. Для мыла. Прикрепляется к стене. Так, снимаю на телефон. Вот для ванной комнаты. Мне кажется, очень даже интересно. Вот это мыльница. Там я смотрю тоже бамбук. Так, подушка. Мега Тойс. 899. Но здесь... персонаж Чебурашка. И вот такая вешалка по 1299 рублей. Она деревянная. Здесь нужно ее собирать. Органайзеры разные. Такие вот тоже в ванную комнату. Вот они выглядят вот таким образом. И цены. Вот этот вот интересный тоже вариант по 199 рублей. В принципе, можно взять, да, такую вот баночку. Вот такая сумка, термос-сумка.
Вот она внутри, видите, фольгированная. Но она небольшая, маленькая. 199 рублей. 21 на 16 и на 17 сантиметров. Такой размер. Друзья, на этом видео заканчиваю. Кто еще не подписан, подписывайтесь также на Дзен, телеграм-канал. Всем удачных выгодных покупок. До новых встреч. До свидания.